Снова здравствуйте, всем привет. Итак, значит, Индиана Джонсу понравится танк. Конечно, хорошо бы, чтобы он был стилизованный, но в принципе, вот эти вот все танки старые, да, они в принципе как и стилизованные под этот, как его называют, стивпанк, да? Ну, прикольно. И, значит, там погоня, там угоняют этот танк, по-моему, ну, что-то танк там присутствует. И давайте сейчас все это дело рассмотрим, как все можно сделать, вот это движение траков, да? Так, сначала по-простому сделаем какую штуку. Так, у нас танк отделен, вы видите. Нам нужны какие детали. Так, вот здесь у нас колесо вместе со штангой. Нам штанга нужно, чтобы не крутилась. Заходим в Edit Mode, пробуем, значит, английское L нажать, у нас выделяется и колесо. А ну-ка, L. Ну, в принципе, да. Тут будет проблема, что будет крутиться весь вот этот шток. Ладно, оставляем. Так, колесо будет крутиться цельное. Так, это колеса тоже нужно будет потом отделить. Что еще можно придумать? Придумать можно какая штука. Все вот это, что есть. Вот там, допустим, ручки, тело, танк. Делаем Ctrl-J. Так, N. Панель Set Origin. Так, Screen Cascade. Так, N панель пока закрываем. Так, башня. Башня нам понадобится. Так, она тут цельная. Это хорошо. Мы ее потом сделаем, чтобы она крутилась. Проверяем крылья. Крылья отдельно, но мы их объединим опять же с нашим телом танка. Так, фары. Фары я хочу через Shift тоже объединить с телом танка. Ctrl-J. Так, теперь что у нас получается? Так, ручки проверяем. Смотрим какие-то тут детали. Вот эта деталь, в принципе, она должна быть с танком, да? Потом вот эта деталь привязывается Ctrl-J. Все детали, которые более-менее так не будут двигаться, да, вот штоки, допустим, это все привязывается к танку. Ctrl-J. Так, оставляем, потом отделим только, значит, наши колеса. Так, теперь лопата. Обязательно. Можно ее, конечно, доставать, но, в принципе, она нам не понадобится. Ctrl-J. Труба выхлопная тоже вяжется к танку. Ctrl-J через Shift. Смотрим всякие вот эти вот причиндалы там то сюда. Там в процессе, конечно, еще если что-то будет отпадать, мы это все делаем, привяжем. Так, вот они еще какие-то штуки. Так, штуки вроде привязались. Так, вот эта часть тоже привязалась. Так, ну все, в принципе, с этим делом мы разобрались. Теперь танк можно аж, английское скрыть. Ну, вроде бы все нормально. Вот только фара осталась. Ctrl-Z, Ctrl-Z. Выбираем нашу фару и вяжем ее опять же к танку. Ctrl-J. Так, теперь повторяем опять же английское аж. Скрываем наш танк. Так, башню аж скрываем. Так, нам понадобится что? Так, вот эту часть полностью удалить. Значит, заходим в Edit Mode, единица на нампаде, врубаем, значит, зеркалку, ну, в смысле, этот рентген, выделяем все колеса и так, значит, вертикс нафиг. Так, теперь нам понадобится удалить вот этот один трек пока. Так, выходим в Edit Mode, опять же на рентгене, удаляем, Delete, вертексы. Так, следом, что нам понадобится сделать с танка? Нам у танка нужно будет отделить одну вот эту запчасть. Я ее потом покажу, как отделять. Пока нам нужен вот этот, вот эта штука вся. Для чего? Так, вот эти колеса аж мы скроем, выбираем наш трак. Делаем Shift A, находим курву, курва будет у нас путь. Семерка на нампаде, смотрим, что путь у нас слишком большой, делаем S.
уменьшаем. Следом, чтобы знать, куда путь поворачивается, заходим в эту функцию. Вот, находим в Edit Mode, это делается Edit Mode. Заходим, находим Normal, приближаем и видим, что у нас усики, вот эти все усики повернуты, значит, вправо. Семерка на NumPad. Так. Семерка на нампаде, почему она... А, мышь на нампаде на семерке, значит R перекручиваем. Стараемся все это дело поровнее, потому что она потом нам начнет выдавать пули. Тройка на нампаде, подгоняем нашу вот эту пулу в наш трек. Выбираем какую-нибудь вот вершину. Допустим, здесь можно G ее протянуть. Дальше E. Е английская. Так, поставлю вам вот поближе. Английская Е. Вытягиваем все это дело поровнее, покрасивее. Желательно проходить посерединке. Где-то поровнее, можно поровнее, где-то изгиб. Делайте изгиб. Ну, в принципе, так, что у нас тут получается? Получается, что мы вот доходим до нашей вот этой детальки, вот до этой, до нижней. Это будет у нее типа задница. Вот мы к ней подходим. И теперь тут такая фишка. Выбираем вот эту вершину. Так, вот эту вершинку чуть-чуть можно приподнять, чтобы они друг на друга смотрели. Через Shift выбираем вот эту вершину и делаем английскую F. Все, замкнули мы нашу вот эту курву. Следом, Object Mode, заходим, значит, нам нужно отделить какую-то одну запчасть. Если у вас на какой-то модели не будет все это дело отделяться, ну, можно вырезать. Аккуратненько как-то вырезать, можно где-то что-то по этой форме, уже если на крайняк пошло, уже там придется моделировать. Ну, попробуем Edit Mode и смотрите, выберем какую-нибудь деталь. Английская, значит, L. Выбираем все гайки и вот один, так, один сегмент выбираем. Гайки, гайки. Так, теперь с другой стороны, потому что она двухсторонняя, гайку выбираем. Выбираем то, что принадлежит, значит, этому сегменту. И делаем какую фишку. Делаем Ctrl-I или Ctrl-I, делаем P. Selection, Enter. Все, мы ее отделили. Ну или удаляем весь вот этот крак, остается одна деталь. Это Delete вертексы. Так, ну что, нам вот эта штука теперь не понадобится. Форму мы уже выработали, но теперь какая у нас, какой будет у нас косяк? Нам нужно будет вот эту Empty поставить по центру. Так, можем ее поставить где-то вот тут, вот по центру. Ну, в принципе, выравниваем. Но она у нас вот находится здесь. Под, должна здесь находиться. Выбираем нашу вот эту путь. Выбираем Set Origin 3D Cursor. Нашу запчасть вот эту вяжем. Set Origin к 3D курсору, все вяжем к курсору. Но чтобы лучше все это работало, для начала давайте все это, ну, попробуем сейчас. Если косяк пойдет, то поменяем, значит, вот это, как ее, не empty, а как она называется, pivot. Так, теперь нам нужно выбрать деталь, зайти в модификаторы, найти array. Так, теперь добавить курву. Мотаем, находим курву NumPatch, семерка на NumPad и видим, что ее развернуло. Почему? Потому что она у нас, вот именно у меня, она находится, по-моему, по Y. Так, смотрим. Так, 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 так. Да, она у меня находится по Y. И поэтому получается вот такая штукенция. Так, тройка на NumPad. Выбираем наш мов,
И вот кверху ее можно попробовать поднять. Так, теперь уводим в другую сторону и подгоняем к нашему вот этому, значит, пути. Так, следом, что у нас тут получается? Фактор x мы ставим в 0. Следом y, потому что она у меня находится по y, я ставлю в 0,720 или 730. Давайте 730 поставлю. Так, все, прилепилась она к нашему пути. Ну, теперь что нам нужно? Добавлять сегменты. Добавляем сегменты, добавляем, все это дело добавляем. Смотрим, сколько. Так, 24, 25 и, значит, 26 сегментов. Теперь, что можно сделать? Сделать S и растянуть и попасть вот этой гайкой. Во, так, а ну-ка, где у нас? Да, вот попадаем нашей гайкой в сегмент, чтобы все это дело замкнуло. Итак, наш трек, значит, натянулся на наш путь. Теперь, что делаем? Давайте через Shift переведем наш пивот вот сюда и перевяжем его с SetOrigin к 3D курсору. Так, выберем нашу empty, вот, ну, путь. Вот этот путь. И привяжем SetOrigin к 3D курсору тоже. Так, вроде бы все нормально. Теперь добавляем, значит, empty, добавляем сферу, делаем ей S, уменьшаем ее к пивоту. Следом добавляем add, добавляем empty, добавляем куб, уменьшаем, значит, куб вот в такую вот позицию. И еще раз добавляем, значит, empty, добавляем куб, но этот куб уже будет у нас на сам трак. Так, теперь возьмем транспоз вот этот, чуть-чуть, значит, все это дело уменьшим и растянем. Подкорректируем, установим, сплюснем, чтобы он большим не был, но чтобы все вот эти штуки были в нем. Тройка на нампаде. Давайте теперь так, настроим всю вот эту штуку. Значит так, сферу, так, вяжем вот этот наш трек к сфере через Shift Ctrl-P. Тип Transform. Нашу сферу вяжем на куб Ctrl-P тип Transform. Значит, а нашу вот эту вот наш путь. Где он тут? Так. Спрятался. Ну так, вот он, нумб. Выберем-то вверху. И, значит, решив, вяжем его Ctrl-P тип Transform к нашему вот этому большому кубу. Теперь намечаем сферу. Добавляем, значит, constraint, трансформация, экстраполяция. Ставим сразу local space, map, from, локация. У нас выходит по Y единица. Enter. Следом map to у нас выходит ротация. Значит, по иксу единица, enter. Но здесь ставим y. Так, сейчас, подождите. Вот в такой позиции сейчас зафиксируемся. Так, теперь на куб. Ставим, это должна быть постоянная ротация на трансформацию. Значит, здесь у нас опять local space, экстраполяция, значит, map to, постоянная ротация по z, ставим 60, следом, пардонте, здесь не map to, 0, enter, ставим, значит, map from, ротация 60, enter, а здесь ротацию ставим по z, единица. И верхнюю x переводим в z позицию. Так, смотрим. Если сейчас мы движем наш куб, то у нас двигается вот эта вот штука. Трак. Если мы движем куб,
то у нас тоже все движется. Если мы движем вот этот наш куб, то у нас все тоже движется. Все не растет, все нормально. Ctrl-Z. Семерка на нампаде. Попробуем перекрутить, и у нас все распадается. Фишка в чем, да? Значит, что у нас? Так. У нас вот этот куб, должен быть привязан, наверное, вот к этой MT2. А ну-ка, проверяем. R, так, T нажал, R. Нет, разваливается. Вяжем, значит, вот эту штуку к центральной. Ctrl-P, Transform. Эту, опять же, к этой. Ctrl-P, Keep Transform. О, не хочет. Loop in Parent. Так. Давайте их отвяжем. Alt-P. Keep Transform. Alt-P. Keep Transform. И опять же, Alt-P. Keep Transform. Все поотвяжем. Вот эту тоже. Alt-P. Keep Transform. Так, и путь вот этот наш. Alt-P, Transform. Так, получается, тройка на нампаде. У нас присутствует трак. Он движется, да, по пути. Трансформы у него настроены. Это у нас что? Нерабочая, да? Получается, мы ее привязываем, вот эту штуку, к пути. Ctrl-P, Keep. Transform. Проверяем, работает ли она. Не работает. Значит, теперь привязываем путь к нашей вот этой штуке. Ctrl-P, Keep Transform. Loop in Parent. Показывает. Нифига. Значит, вяжем вот эту штуку к центру. Ctrl-P, Keep Transform. Эту вяжем к этой. Ctrl-P, Keep Transform. Потом большой куб надо привязать именно к пути. Ctrl-P, Keep Transform. А путь надо привязать. Давайте к кубу. Ctrl-P, Keep Transform. Проверяем, что получилось. Ни хрена не получилось. Так, это движется. Это движется, но не крутится. Ctrl-Z. Поставим на вот этот MT2. Отключим. Проверяем. Все работает. Ctrl-Z. Теперь проверяем куб. Куб не хочет работать. Почему? Потому что он привязан. Ctrl-P. Так, Alt-P. Keep Transform. Тройка на нампаде. И получается, как это движет его. Теперь это движет с кубом. Движется, но... Зачем, чтобы она двигалась с кубом? А если на куб поставить вот эту штуку? Большой куб. А ну-ка. Никаких движух. Так, на куб мы тоже все отключаем. Здесь ставим второй. Ну, первый. А, нет, тут ставим второй. А на вот так. А на путь... На путь ставим, так, а на путь мы ничего не ставим. Так, на
путь мы ничего не ставим, а путь привязываем к большому. Ctrl-P. Keep transform. Не можем такого делать. Значит, куб мы привязываем к пути. Тоже не можем привязать. То есть looping. С looping. Open. Don't save. Итак, смотрим, что у нас получилось. Значит, куб работает, куб движется. Следом у нас вот этот куб, а ну-ка, тоже движет, работает. Ctrl-Z. Единица на numpad, тройка. Потом, значит, на первый куб у нас настроен второй. Вот этот, empty. Так, на первый у нас ничего не стоит, но у нас стоит ротация 60 градусов. Ротация, значит, по Z единица. И Z вверху заменен X. Так, здесь у нас на трек стоит empty 1. Это вот она. Значит, теперь стоит экстраполяция local space, ротация по x единица, и локация, значит, по y, по y единица, но заменена на x. Вот она. Так, что еще тут? Ну, в принципе, все это привязано. Ctrl-P, keep offset к центру. Так, Ctrl-Z. Все работает, все крутит. Видите, сфера движется с кубом. Ctrl-Z. Теперь получается, куб привязан у нас вот к этой, значит, к пути. Ctrl-P и offset. Нет, пардонте. Значит, вот этот привязан путь кубу. Ctrl-P, keep transform. Смотрим. Семерка на numpad, выбираем куб R, все вертится, все крутится. И значит, на куб, так, куб, ротация, локация, экстраполяция. И значит, куб, а ну-ка, привязан, Ctrl-P, keep transform, значит, к пути. А ну-ка, если мы выберем путь, то все, тут уже топоря мы ловим. Вот. Здесь у нас уже подпер, значит, scale. Вот эта штукенция. Ctrl-Z. Не может такого быть. Значит, что к этому пути должно привязано быть. Путь привязан к кубу. Куб у нас должен быть рабочий. И тут вопрос же. Так, а если путь еще привязать вот к этой? Ctrl-P, keep transform. А ну-ка. Тройка на numpad. А ну-ка, выбираем. Все работает. Получается, сфера привязана к кубу. Значит, эта штука привязана. Ctrl-P, keep offset. Ага. Так, сфера, это Ctrl-P. Трансформ, привязана сфера к кубу. Если сейчас мы вот это все дело крутим, у нас идет scale, вот она, Ctrl-Z. Но мы привязываем нашу вот эту штуку, Ctrl-P, трансформ, значит, к нашему кубу. И значит, сейчас я уменьшу все. Так, и получается, что все у нас работает. Все у нас вот ездит хорошо. Ctrl-Z. Семерка на numpad. И смотрим. Все перекручивается. Ctrl-Z. Так, тройка. Так, тройка на numpad.
Запоминаем, значит, на куб у нас, на empty 1 у нас стоит empty 2. Значит, на куб ничего не стоит, но на track стоит empty 1. Значит, empty привязано, значит, трансформация, вот этот трек привязан вот к этой штуке. А сам трек, просто трек, вот он, привязан к кубу. Вот так, вот этот вот самый такой, значит, у нас косячок, да? Итак, чтобы теперь там двигался, нам нужно теперь выбрать вот этот куб и привязать его Ctrl-P, Keep Transform, к нашему, значит, танку. Семерка на нампаде. Делаем R. Смотрим, если сейчас мы будем двигать танк, все движется, все нормально. Только чуть-чуть вот у нас ротация почему-то в другую сторону. Ну, это мы сейчас все подправим. Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Все это перевязано. Теперь нам нужно выбрать наш трак. Выбрать нашу вот эту вот, так, танк пока H отключим. Выберем все вот эти вот детали наши. Делаем Shift D, щелчок, правая кнопка мыши Mirror X Global. И переводим сюда Alt H. Смотрим, что у нас тут получается. Выбираем наши вот эти все причиндалы. Так. Вот эту сферу, вот этот куб. Вот эти все детали. Так. И, значит, единица на нампаде. Уводим все это дело в бок. Вот сюда. Так, что у нас тут получилось? Так, так, так. Тройка на нампаде. Ну, все это надо приподнять будет потом выше. Значит, давайте выберем все вот так это дело и повыше поднимем. Ну, такой интересный танк. Так, теперь, если мы выбираем танк тройка на нампаде, тестим. Все, он поехал. Так, Ctrl-Z, единица на нампаде. Почему отвязалась лопата? Ctrl-J. Так, ну, вроде бы все. Ничего больше не должно отпадать. Так, башня, все это дело привязано. Так, 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 так. Теперь надо заняться вот этими колесами. Колеса мы сделаем каким образом? Так, в Edit Mode L делаем P Selection. Теперь делаем L и все их отделяем. Так, вот с верхними еще. P Selection, L. И погнали. Вот единственное нудное есть вот это дело. Это хорошо, что они еще отсоединяются. Так, траки хорошо одеты. С этой стороны, видите, колес нет. Мы будем их потом зеркалить. Так, колеса у нас по отдельности. Так, тройка на нампаде. И это сейчас вот будем дело настраивать. Так, заходим в Object Mode. Файл. Save. Я это дело пока сохраню. Итак, давайте теперь настроим наши колеса. Значит, смотрим, включаем Transpose. Куда он крутится, это по оси X. Ctrl-Z, не забываем нажимать, если что-то изменяли. Выбираем правой кнопкой мыши, находим Add Driver. Находим Object. Смотрим, как называется наш танк у вас. У меня называется куб 0005. Я его применяю и ставлю по оси... Так, пусть по оси... Так, какой? X. А ну-ка, проверяем. Так, вот не видно, крутится он, не крутится сейчас. Так.
не крутится. Ctrl-Z. Выбираем опять же наше колесо. Находим теперь Edit Driver. Заходим и ставим по оси. Так, локально он идет по Y, да? Допустим, смотрим. Так, локально он куда идет? Да, по Y. Ctrl-Z. Теперь выбираем наш танк и смотрим. Не вижу я, крутится он, не крутится. А ну-ка. На нем стоит драйвер. Так, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Что? Так, привяжем его, давайте, к танку. Ctrl-P. А, Ctrl-P. Сейчас. Ctrl-P. Это будет объект. Так, теперь, если мы выберем танк, то, в принципе, колесо должно крутиться. Так, Ctrl-Z. А ну-ка, смотрим. Опять же, выбираем наш танк. Ротация у него идет по иксу. Локация. А ну-ка, Edit Driver. Тип. Локация по Y, ну правильно, называется Кибер 05, War Tendenten, все вроде бы установлено. Так, смотрим, если сейчас зайдем в текстуры Paint, зайдем, значит, чтобы видеть, назначим новую ему текстуру, зайдем в шейдинги. Что у него тут? Подключим текстура, image текстура, по-моему, сейчас накосячил. Так, зайдем теперь в раскраску, в верхнюю часть, нажмем новая текстура, base color, окей, развертку подключим. Теперь какой-нибудь красненький цвет выберем, намалюем и сохраним нашу текстуру. Так, смотрим теперь. Заходим в Object Mode. Смотрим все это дело на текстуре. Текстура, шейдинг. Новую подключаем. Старую вот эту нафиг не нужно. Так. Base Color. Смотрим теперь в layout. Если сейчас мы движем танк, то он у нас не движется. Колесо не движется, но привязано. Значит, так, выбираем танк куб 005, все правильно, название совпало. Выбираем колесо, выбираем, что у нас, Edit Driver. Объект куб 005, все подключено локально по иксу. А ну-ка, ну давайте локально по иксу методом тыка. Не прокатывает. Смотрим дальше. Edit Driver. Так. Ротация по иксу. А ну-ка. Тоже не попадает. Что за фигня? Значит, у нас опять Edit Driver. И значит, у нас Auto Edit Mod. Мод. Так. Так, локально. Локально по Y. А ну... Так, выберем, значит, колесо. Удалим Delete Driver. Опять же, добавим ему Add Driver. Edit Driver. Смотрим. 005 у нас танк. Следом X локация. У нас получается Y локация. Так, ну да. Кайл, ротация. Ротация по Y. А ну-ка. Выбираем наш танк. И колесо не хочет крутиться. Почему такая штука? Опять заходим в Edit Mode. И значит Y, Auto Edit YXZ поставим.
Не работает. Да что такое? Что такое? Как это так? Значит, edit, но так, Q5, Y, ротация, мод, Y, XZ, так, а ну-ка, опять выбираем наш танк, и никаких сподвижек. Так, что у нас тут? Попробуем на этом колесе. А ну-ка, add driver. Ставим object tank. X локация. А ну-ка, если... Так, тут нужно уже разбираться именно с этим колесом, которое раскрашено. Так. Edit driver. Цилиндр. Y локация. А ну-ка. Не хочет Ctrl-Z, Ctrl-Z. Трансформация Local Space может поставить. А ну-ка. Так, опять на колесо. Опять. Edit Driver. Так. Трансформация Workspace. Локация. А ну-ка, сейчас. Что-то я тут... накосипорил. Так, это по иксу у него кручение. Почему Y я выбираю? Так, а локация? Локация у него по Y, да? Значит, выбираем, ну правильно, Y выбираю, ротацию выбираю. Add driver выбираю, пятый у нас танк. X локация. У нас получается Y локация. И не хочет. Так, смотрим, что у нас. По иксу у нас идет ротация. Выбираем Add Driver. Находим наш танк. Название у него... цилиндр 005 и делаем так, локация у него по Y. Так, что ж он у меня не хочет подключаться? А ну-ка, Edit Driver, название цилиндр 005. Значит, локация. Я делаю по ротации. Но мне нужна локация. Локация у него выходит по Y. Ну, все правильно. Но драйвер что-то не хочет работать. А ну-ка, edit driver. Так. Edit driver цилиндр 005, Y локация workspace. Ну, по мировой этой, да? Так, локация. А ну-ка, Y локацию поставим. Так, а ну-ка, X ротация. Итак, давайте разбираться. Так, что у нас тут происходит? Нам нужно драйвер. Если у нас, значит, колесо движется по локации по Y, то значит танк у нас называется куб 005,
Колесо привязываем к танку. Ctrl-P. Object Keep Transform пускай, да? Теперь по ротации выбираем по X-у Add Driver, добавляем на... Так, давайте добавим наш танк пипеткой 0.05. X локация. Но у нас локация идет по Y-ку. Вот. Выбираем танк. Так, Ctrl-Z. Выбираем наш танк и смотрим. Так, она крутится, но очень медленно колесо. Медленнее, чем значит у нас крутится этот, значит, трак. Где у нас тут прибавить скорость кручению? Workspace. Трансформация. А ну-ка. Смотрим, смотрите. Колесо крутится. Но оно крутится медленнее, чем у нас крутится, значит, трак. А может, так и надо. Оно же большое, да? Ctrl-Z. Ctrl-Z. Ладно, теперь какая фишка? Выбираем танк. Чуть-чуть сдаем назад, потому что колеса у меня тут сдвинулись. Так, чуть-чуть я их подгадаю. И давайте настроим тот же, точно так же эти, значит, драйвера. Цилиндр, Y, локация. Выбираем следующее колесо. Ротация, значит, у нас получается опять Add Driver. Опять же, 0.05 у нас выходит. И теперь получается по Y ротация. А, пардонте, по Y локация. А ну-ка. Ctrl-Z. Теперь мы выберем все вот эти наши зараз. Давайте их привяжем к танку. Ctrl-P. Transform. Так, а вот эти, видите, верхние колеса аж не видно. И вот эти выберем тоже. Ctrl-P. Ну пусть будет Object. Так, тройка на нампаде. Два настроили. Давайте это теперь настроим. Опять же, Add Driver. Опять же, куб у меня пятый. И локация по Y.
Итак, колеса настроены, смотрим теперь. Выбираем наш танк, выбираем колеса и делаем, вот видите, они начали перекручиваться. Почему? Потому что нужно каждое колесо настроить Set Origin 3D геометрии. Set Origin 3D геометрии. И погнали вот еще, да, такой вопрос вот он. Так, что у нас тут? Set Origin 3D геометрии. Вот этот уже скаканул. Гляньте, как мы перевязались, да? Так, а ну-ка, это вот подправим, не проблема. Так, выбираем колесо. Set Origin 3D геометрии. Это, ну, я уже не вернулся, значит, назад. Вот сам говорю, чтобы возвращаться, ну как, назад постоянно нужно, да? А сам вот начудил. Так, это значит, можно их пониже, вот эти колесики поставить. Так, что-то вот здесь вот сбой прям пошел на стойках даже. А ну-ка, так, это Set Origin 3D геометрия. Поправляем все, значит, вот выставляем поближе к нашим колесам туда. Это колесико, значит, чуть-чуть поближе к этой стойке. Это колесо чуть-чуть, значит, повыше. Ну и вот эти колеса тоже давайте. Set Origin 3D геометрии. Вот, ну, накосячил, ну бывает. Так, это сюда. Это теперь колесо Set Origin 3D геометрии идет в центр. Так, да? Так, а вот эти колеса теперь, где они были? Вопрос, да? Так, Set Origin 3D геометрии. Вот сюда их поставим. Так, тройка на нампаде. А это колесо тогда поставим. А, так, это пусть стоит. Может, тут сюда его засобачить, на стойку. А эту, значит, колесо, а это уже не попадает. Какая разница, да? Ну, а это пусть здесь будет. Так. По-моему, они были одно тут. Не видно тут. Без текстур все отпадает. Так, а тут два. Давайте два сюда поставим. Вот под эту стойку. Потом погляжу, подправлю, как они были. Ну, бывает косяк такой. Так, что тут? Колесо не вывернуто? Нет, все в траках находится. Все вроде бы нормально. Но теперь нужно все эти колеса... О, вот еще одно колесо. Так, G. Это вот сюда тогда. Так, выбираем все колеса вот так вот. Единица на нампаде, делаем Shift D, дубликат мира X Global и поставим их на эту сторону. Вот. Тестим наш танк. А ну-ка. Вот у него траки идут в другую сторону, да? Так, 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 так. Так, Ctrl-Z, Ctrl-Z на центр. Единственное, что у него вот это вот, значит, трак крутится не в ту сторону.
А чтобы он крутился в ту, нужно просто, наверное, настроить вот этот вот constraint. Constraint у нас на ротацию настроен. И значит, так, если покрутим ротацию по Y, да, Ctrl-Z, по Y он идет, а я его установил на Z. Значит, это 0, по Y ротация 60 градусов, и значит, здесь у нас стоит X, так, Y, так, по Y, да, значит, здесь ставим на x единицу, Enter, а z тогда убираем 0 и на x ставим z, ну y. А ну-ка тестим, если сейчас мы танк прогоним, ну идет. Так, а ну-ка, если семерка на нампаде, выберем вот эти вот все штуки, сделаем R. Ну, на ровном танке, да, можно такое сотворить, но на этом... Так, да, а это он едет назад. Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Семерка на нампаде, выберем всего этого персонажа, сделаем R, развернем его в эту сторону, тройка на нампаде, и посмотрим, как изменилась ось. Вот, вот теперь они крутятся куда надо. Вот это все теперь идет куда надо, а это назад пошло. Получается, я где-то напутал с осями, а оси у нас ротация, получается, по иксу. Вот это, да? А получается, я поставил по X, а она идет по Y. Во, вот в чем вопрос. Вот этот трак, видите, я поставил на X, а надо ставить на Y. Ну, без разницы. Работает наизнанку, ну, в принципе, просто будет ехать в другую сторону. Если что, поменяйте X на Y. Давайте проверим. 0 на нампаде. Ротация. Здесь Y. Локация у него идет. Локация идет у него. А ну-ка. Ctrl-Z. Так, проверим-то на танке. Танк идет по Y. Ну правильно, значит трек идет тоже по Y. По Y, да? А ну-ка, а здесь поставим единицу. Во! А не во. Получается, когда танк и трек уже не хочет идти, да? Так, тогда ставим назад единицу. 0. Значит, по Z нам Z не надо. А если поменять локацию, так, локация здесь у нас стоит. Угу. По Y, локацию, если по... а тут отключена, да? Здесь локацию поставим единица, значит, по Y, а здесь поставим ротацию единица, Enter, но здесь поставим Y. Локацию тогда отключим 0.
О, тогда у нас тут все не хочет работать. Значит, трек у нас был, что у нас тут было? Так, Ctrl Z, еще надо возвращать. О, значит так, он был у нас. Так, проверяем, работает ли наш танк. Так, все, вот у него все движется. Раз у него все движется, смотрим настройки по осям. Вот здесь я где-то оси перевернул, да? Это надо поискать. Это получается трак у нас. Ротация у него по иксу. Крутится он по иксу. А ну-ка. Ctrl-Z. Ну, будем считать, что все нормально, да? Просто будет работать в эту сторону. Так, все, он едет, он прет, но только если семерка на нампаде, и он развернется в эту сторону, а ну-ка, будет ехать в эту сторону, почему-то у него тогда на повороте тормозят вот эти траки. А здесь едет в другую сторону. Так, ну для съемки, значит, я с этим делом еще немножко разберусь. И значит, для съемки здесь, в принципе, что? Если там где-то выезжает, все это дело можно обыграть, можно локацию перекрутить. Но, в принципе, танку достаточно, значит, оставить кручение вот этих треков, да? Достаточно работать вот этой штукой, значит, ну, центральной, чуть ее отключить, вот эти empty, и можно ее прописывать на кручение, вот эту круголек. Вот так. И, значит, колеса можно настроить, как я настраивал машину, на постоянное кручение, если он будет где-то что-то догонять, да, в принципе, в движении без разницы, что там, как настроены вот эти колеса. Но вот когда он начинает, допустим, свое движение, заводится, да, желательно использовать, ну, вот такой вариант для анимации. Вот он раз, завелся, попер. Потом у него получается, что тут перекрутка, видите, у него траки перекручиваются. Ну, тут, конечно, по осям тоже нужно отключить сейчас. Ctrl-Z. Значит, если он едет у нас по оси Y. Так, я сейчас сохранюсь, а то я сейчас тут начудю. Так, файл сейв. И, значит, если он едет по оси Y, то, ротацию ZX можно отключить. И тогда мы будем... А, нет, пардоньте. Так, что такое? А, так, раз. Где у него заворот идет? Допустим, так, Ctrl-Z. Отключаем всю эту штуку. И смотрим, так, красный это X, значит, по X он точно не должен вертеться. А ну-ка, если теперь... Ну вот, все.
Танк теперь крутится, видите, треки у него перекручиваются. Ну, для анимации само то, но в другую сторону. Ну, там тоже у него крутится, а ну-ка. А если он проезжает... Так, а ну-ка, если включим вот эту штуку. Так, вот по этой оси вот он работает. По Y, да? Семерка на нампаде. А ну-ка, если мы все это дело развернем. Подставим, значит, вот сюда. Тройка на нампаде. И здесь он, значит, поедет вперед. Но едет назад, да? Вот. Вот так. И теперь, если мы, так, семерка на нампаде, R, перекрутим его, треки у него крутятся. Так, но тройка на нампаде. Так, G. Ну да, все у него крутится, только не в ту сторону едет. Так, Ctrl-Z, 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 Ctrl-Z. Так, семерка на нампаде. Еще раз Ctrl-Z, Ctrl-Z. И пробуем тогда тройка на нампаде. Если мы сейчас семерку на нампаде его перекрутим, треки крутятся, тройка на нампаде. И теперь, если не с помощью MOV, то с помощью G. Вот с помощью G клавиши нормально он едет. Значит, все работает. А если R, так, ну, как я не умею, 90x чего-то там. А вот так, если крутить. Так, это я на Skyl нажал. Неудобно, да, управлять. Ну, в принципе, он поворотов сильно много не будет. Там уже все у него, все работает, все нормально. Так, тут вот эта штука, она теперь наизнанку, и придется у нас клавишей G руководить. Вот, и клавиша G, видите, все работает, все. Только вот он может плясать потом. Надо вот разобраться его вот это руководство, как его крутить, вертеть. Так что по всем осям работает, я тут не сразу все это дело сообразил. А вот с этим транспозом, уже да. Вот, он в бок тянет, но работает. Так, файл Open Tank сохраняем, смотрим. Ну, вот такая, значит, штука. Ну, а башню можно прописывать просто семерка на нампаде R, допустим, и прописывать и... Так, где это тут? Допустим, и... Не хочет работать кейфреймы. Отключаем. И локрот. Потом она, значит, тоже поворачивается. Там, ну, на 10 кадре, допустим, да? R. И локрот. И все стреляет. Вот, башня работает. Все. Фары зажигаем. Накладываем текстуры. И получается у нас неплохой, значит, такой танкет. А ну-ка. Что у него по кручению, значит, колеса? Все, колеса крутятся, вон, видите, да? Вон, прикольно все. На скорости все нормально. Вот такая штукенция. Все, всем пока, до свидания.